И сколько ты так можешь простоять? Ровно 99 минут. 9 минут в планке? Да, не меньше. Я выбрала себе неправильного соперника. Тренировки в детском саду, спортивная гимнастика, дома подтягивания. И так всю неделю. Таким соперникам нужно уметь проигрывать. Ну, конечно, такая нагрузка, она не сразу сложилась. То есть, какая у него нагрузка сейчас, конечно, детям такую нагрузку давать нельзя. Он к этому готовится с 8 месяцев. Он с 8 месяцев ходит на плавание. То есть, с 3 лет начал гимнастикой заниматься, потом на единоборство даже ходил. То есть, он многими видами спорта занимался, и только сейчас мы к этому подошли. То есть, когда у него организм полностью окрепший и готов к этому. Папа Алексей – директор сети тренажерных залов. Сына тренирует сам. Разминка, подходы, уголок на руках, пресс в перерывах. Тебе на месте не сидится, хочется заниматься? Да. Мотивации ненадолго хватает всем. Поэтому это должна быть все равно дисциплина. А ребенку кто дисциплину дает? Родители в первую очередь. Когда он уже вырастет, он сможет самодисциплиной заниматься. Пока нет. Пока родители должны это делать. Кстати, мальчик успешен и в учебе. В 5 лет читает, считает, ежедневно учит английский. А дальнейшую жизнь хочет связать с футболом. Я пойду на ради денег, на футбол. Установив один рекорд, юный атлет уже готовится к другому. В эту субботу 5-летнему спортсмену за минуту нужно будет подтянуться 15 раз. Я в себе уверен. Анна Ирбис, Александр Антропов. День с толком.